Заработок в интернете с нуля. Первый сезон, первая серия. Большущее приветище ищущим способы заработка в интернете. Если прошлое видео было бесполезным, то это видео я попытаюсь сделать как можно больше полезным. Первым шагом будет это то, что я открою свой главный рабочий инструмент – браузер. Мой браузер по умолчанию – Google Chrome. И что я здесь делаю? Так это заведу для начала новый электронный ящик, который очень пригодится в дальнейшем. В принципе, мне подойдет любая система. Сейчас выберу Яндекс. Вбиваю Яндекс.ру. Нажимаю Enter. Страница поисковика открылась, и здесь жму на «Завести почтовый ящик». Далее пишу свое имя, фамилию и выбираю логин. Пусть, к примеру, это будет... ну ладно, оставим так. Теперь меня ждет второй шаг. И здесь я придумываю пароль. Легкий для себя, но сложный для других. Так, повторяю его. Далее выбираю секретный вопрос. Ну, например, 5 последних цифр ИНН. 55-123. Другой имейл. Пропускаю. Телефона у меня нет, я еще на него не заработал. Страна – Россия. И теперь вводим противные символы на картинке. Ввели. Жмем кнопку «Зарегистрировать». Если все правильно, то у нас будет вот такое вот окошко. Ура! Теперь начинаем пользоваться. Но как пользоваться почтовым ящиком, я объяснять не буду. Это не по моей теме. Сами разберетесь. Ну а теперь поехали зарабатывать деньги в интернете с нуля. И первый способ – это заработок для тех, кто умеет только щелкать мышкой, ну и кое-где набирать циферки, буковки и тому подобное. Показываю на примере сервиса VIP. Открываем браузер и набираем. Если не хотите набирать, ссылка на этот сервис находится прямо под видео. Перед нами открылось окно системы активной рекламы. Это сервис, в котором можно заработать, просматривая сайты или читая рекламную рассылку рекламодателей. Сразу приступим к регистрации. Жмем на соответствующую ссылку. Перед нами открылась очень простая форма регистрации. Пишем свой логин. Придумываем пароль. И вводим только что зарегистрированный почтовый ящик, на который в дальнейшем будет выслано письмо с кодом для проверки. Итак, жмем кнопку регистрации. И что мы видим? Результат операции. Вы успешно зарегистрированы, пишет нам система. И сообщает, что на указанный нами имейл отправлено письмо с кодом активации. Что ж, открываем ящик. Вот и письмо с кодом активации. Смотрим, что там. Находим ссылку с кодом и смело жмем по ней. Все, у нас открылось окно сервиса, и мы видим, что мой имейл активирован. Теперь я могу пользоваться своим аккаунтом. Давайте проверим. Вводим вот в этом поле логин, а далее пароль и жмем на вход. И, собственно, попадаем на страницу статистики. Пока все по нулям. Ну и не теряя драгоценного времени, приступаю к заработку. Самое простое, что я могу здесь сделать, это серфить. Следовательно, нажимаю сюда, и что вижу я? Что мне надо, оказывается, скачать программу для серфинга. Ну что ж, давайте посмотрим, что она умеет делать. Программа для серфинга. Функции программы. Это автоматическая проверка новых ссылок для серфинга. После того, как все ссылки просмотрены, программа будет ждать 3 минуты и автоматически проверит наличие новых ссылок. В это время программу можно свернуть в трей. И как только новые ссылки появятся, программа сообщит об этом всплывающим окном. Далее, серфинг с фреймом и серфинг без фрейма можно просматривать в одной программе. Выполнять задания также можно из программы. В программе доступен и автосерфинг. Просматриваемые сайты не смогут закрыть контрольный фрейм. Автоматические поп-ап окна блокируются. Расширена панель управления при серфинге, добавлены функции «Обновить», «Пропустить» и «Блокировать». При блокировании необходимо ввести причину блокировки. Реализован автологин в программу. Ну и, наконец, автоматическое обновление программы в случае выхода новой версии. Вот так вот, вот все здорово здесь. Даже практически делать ничего не придется, так что смело качаем. Я буду качать архив с программы. Весит он немного, всего лишь навсего 7 метров. Теперь распаковываем все эти файлы.
Все распаковалось, открываем вот эту папку и среди этих файлов ищем вот этот. Запустим его. Если у вас семерка, то, естественно, разрешаем доступ. Программа сначала требует авторизации. Вводим все необходимые данные. Это наши указанные в системе логин и пароль. И у нас запустился серфинг. Ждем контрольное изображение. А вот оно появилось, и выбираем верный ответ. Как видим, заработано пока совсем немного, но что-то уже есть. И пока все. Ссылок для серфинга нет. Через каждые 3 минуты, как мы уже узнали, программа будет проверять наличие ссылок. И но можно и самому проверить, если не терпится, нажав сюда. Ну что ж, тогда, пожалуй, на сегодня все. Пусть программа пока будет открыта, мы ее свернем. А если что-то будет, то появится всплывающее окно, которое нас уведомит. Ну а пока открою в браузере страницу сервиса и посмотрю, сколько заработал. В общем, всего заработано вот столько. Это мало. Так что давайте пощелкаем по меню и посмотрим, как я могу снять свои честно заработанные кровные. Итак, смотрим. Ага, заказ выплаты возможен только на указанный в личных данных кошелек. Опаньки, друзья. Как завести свой кошелек, об этом я расскажу вам в других своих видео. И причем сделаю это подробно. Пока же давайте подведем небольшие итоги того, как за несколько минут мы заработали без вложений, грубо говоря, шиш с маслом. Но не расстраиваемся. Через неделю посмотрим, что будет. Вдруг сегодня ночью ссылок будет куча, и я заработаю на них миллион. Главное держать программку всегда включенной. С вами был Макс, ESRobota.ru. Пока-пока, еще раз пока.